Сегодня на площади города Луги мы проводим районную игровой форум «Дорога, которую ты выбираешь», вот, которая состоит из 6 площадок. На каждой площадке своя определенная тема. Есть площадка рисунков, есть площадка танцевальная, площадка анкета, где ребята, представители различных школ, делают определенные действия. В конце будет, естественно, награждение. Вообще это первый опыт такой для Луги, когда проводится именно такой игровой форум в виде площадок. И мы хотим сказать спасибо тем, кто все это помог сделать. Это, естественно, отдел молодежной политики, спорта и культуры, антинаркотическая комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних, Муслужская ЦРБ, спортивно-молодежный центр. Очень много людей принимало участие вообще в реализации такого мероприятия. Вот, всем огромное спасибо. Закончились подарки, да? Спасибо.